Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Redmi Note 7. И сейчас я покажу вам, как выполнить сброс настроек сети. Итак, открываем настройки. Далее проходим в раздел подключение и общий доступ. Здесь мы проходим вниз и нажимаем сброс Wi-Fi мобильной сети и Bluetooth. И нажимаем сбросить настройки. И вводим пароль. От экрана блокировки нажимаем ОК. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.